Всем привет, ребят! Наконец-то я добрался до своего аккаунта после роллингов, после коли, после командировки. Прокачал судьбу. Пишите в комментах, кого вы хотите увидеть по судьбе. Вот у меня, в принципе, вроде уже все прокачанные на максималочку. То есть 12 скиллы пишите. Ну, зелень я посливал, у меня остались вот 4 героя. Есть ниндзик, асурик, ронин и сердцеедка. Пишите в комментах, кого вы хотите увидеть. Будем делать на это обзорчики. Ну а сегодня у нас будет прокачка, то есть аугментация, мохнатки нашего нового героя. Прокачаем, сделаем аугментацию, паролем созвездия, чары поставим. В общем, такое. Вот такие у нас были акции на трату. Я, в принципе, это все забрал, как видите, не успел пооткрывать. Вот добавили новую сумочку, сейчас я покажу, возможно, вы уже видели, кто не видел, увидит. Так, где там она, наша новая сумочка? Давайте эти сразу пооткрываем все. Так, камешки дали. Вот пятый психощит, вообще изи просто. Еще один пятый псих. Не знаю, сколько там их уже на аккаунте. Так, это какие-то третьи сеты, они, в принципе, мне нафиг не нужны, я их продаю. Так, чтобы ничего не пропустить. Вот эта сумочка. Мешок лазаря. Вот так вот он называется. Новые скины. Мохнатку дают и новый скин. Не скин, а талант ревения. Поехали, открываем. Ну, такое. Самое ненужное упало. Так. Это открыть. Почищу немножко склад. Когда уже у нас добавят 10 скиллы героями прокачки следующие? Блин, столько уже питомцев накопилось. Так. Окей, это забрали. Так, что у меня еще? Третья железная. Ну, железную я оставлю. Ну, вроде по сетикам а еще есть. Плюс 3 сета воодушевления. Вот так вот. Так. Ну, вроде. Открывали все. Надо будет как-то карты открыть. Или накопить 9000. Так, ну, коробки я оставлю. Потом буду ролить талантик. Вроде так все. Позабирали, пооткрывали. Окей. Поехали смотреть на нашего героя. Вот такая вот Махатма. В принципе, обзоров я вам уже кучу сделал. Если хотите, можем затестировать ее еще с разбросиком. Тоже напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Сделаем тестик такой. Ну, поехали делать эволюцию. Какашек у меня, слава богу, хватает. Вот так вот. Вот у нас эволюция. Сила немножко упала сразу же. Так, ну давайте прокачаем снарягу. 570, грубо говоря, 560. 570 пусть будет, сейчас посмотрим, вернем ли мы 500к за счет аугментации. Так, тут камешки используем. 791. Так, созвездие. Необузданная ярость. Но у меня пятерка уже есть. Давайте сейчас еще паролем чары. Может, что-то. Ну, это такое себе. Это не пятерка. Конечно, с карт, как видите, всякая фигня падает. Так, окей. С этим разобрали.
Поехали. Так, тут я хочу ее собрать на уклонение. На китайке вы видели, она у меня с критом есть. Мне сейчас интересно собрать ее на уклон. Тут у меня больше возможностей по самым, чем на втором аккаунте. Так, два уклона мы уже словили. Уклон можно, крит один словить, как обычно. Но, в принципе, в критовой находится гид, и там я, в принципе, ее подтестим с уклонением сейчас. Так. Ну, все, видите, 500. 500к вернули. Так, даже не прокачивали еще. Хреново уклонение падает, смотрю. Падает все, кроме уклонения. Как обычно. Герой реально очень крутой. Обзоры, блин, почти со всеми талантами допилил. Еще доделаю еще пару талантов. В принципе, у вас будет общее выявление. Хотя и так вы знаете, что герой реально очень крутой. И смотрится круто. Интересно даже мне самому потестить ее с разбросом. Посмотреть, что у нас получится. Там по-любому никто не зарядится. В принципе, от любого восьмого разброса герой не зарядится. А плюс ее скорость атаки. Так, ну чё, у нас будет уклонение или нет? Девятку я ей пока оставил из-за того, что мне, наверное, придется кого-то в нее слить и прокачать еще одну. Ну, это так, в перспективе, пока я ее на максималку, на десятку не докачаю. Возможно, сейчас я докачаю. В принципе, можно и ниндзика оставить. Он мне не мешает, а потом его сольем. Так. Не идет. Что-то ночной. Ночной роллинг созвездий не идет. На уклонение. Стройки падают, четверки падают, а пятерки, к сожалению, не идут. Так, кстати, как вам Коля, там столько у вас видосов будет, вы даже себе не представляете. Один лучше другого. Так, окей, ну давай рандомчик. Что это за фигня? Два уклонения, я не посмотрел, сколько мы там. Начали ролить. Так, ну печально все, смотрю, с уклонами. Убери, блин, из-за ордена фарми. Кстати, сегодня должен быть базар топовый, по идее. Среда, что-то они перенесли на среду. Посмотрим, что у нас будет сегодня. Пипец просто. Такое ощущение, что уклона вообще нет. Так, ну четверку дала. Но это ж не дело. So lost, but I held under what I
Еще и ждать надо. Че, блин, не сделать? Просто типа вы согласны, согласен. И дальше себе рулите, сколько влезет, пока не остановится. Нифига. Три есть. Люблю ролить созвездие. Такой же рандомчик, как и чары. Ну хотя, в принципе, на созвездие в последнее время много самоцветов не уходит, как первые разы там были. Там была реально жесть, чтобы словить эти уклонения. 50-70 тысяч уходило. Хотя и сейчас, в принципе, бывает, до 100 тысяч уходит на то, чтобы уклонение наролить так, как ты хочешь. Так, окей, 4 есть. Ну давай, рандомчик, удиви. Хочется посмотреть так, чтобы у нее критовая фракция, посмотреть, как будет уклон работать на ней. Так, нету. Троечка. Нам нужна пятерка. Перенесение критура. Ну это такое себе. Нужен уклон. Рандом. Не хочет он, не слушается. Что-то он сегодня упрямый. Так, крит удар. Кстати, она будет в следующей обнове в 12-м скеле. Будет очень интересно на это все посмотреть. Что же у нее добавится? Две цели? Или что-то интересное добавится, новое? Хотя и так, в принципе, у нее куча разных бонусаций идет. Скорость атаки, отбор энергии. Что еще надо? Деф сопротивления. Так, ну что такое? Ну давай. Сколько можно? Кстати, интересно посмотреть на нее будет тоже в крит сопротивление, хотя там будут по ней часто попадать. Ну, четвертое уклонение, ну такое себе. Надо пятое. Третье. Просто жесть. Люблю IGG за эти рандомы. Так. Ну давай. Честно говоря, уже устал вот это вот щелкать. Так, крит сопротивления, атака, но не то. Хотя бы 5 уклонений. Пипец просто. Издеваются. Точность. Блин, ну чё четверка, дай пятерку, блин. Так, жизнь, точность, не то. Один уклон, рандомчик. Жалко негде посмотреть, сколько в день ты сливаешь самоцветов. Так,
просто жесть. Было бы прикольно, чтобы продавали уже готовые созвездия. Ты себе так нажал там или взял там, выбил, потом открыл недостающие там за определенное либо количество самоцветов, либо сразу замену сделать и не париться над этим всем. Интересно, сюда сделают у нас бесплатку в день? Поменять все за 450, но бесплатно один раз. Это было бы, кстати, прикольно. Особенно для бездонатов. Ну, жесть просто, мы 1040 уже просрали на это одно уклонение. Но надо добить. Блин, бесит больше потеря времени, чем потеря самоцветов. Крит-удар, крит-сопротивление. Ну а где уклон? Мне нужен уклон. Атака, жизнь. Спасибо. Блять, ну чё четвёртая, ну? Пятая надо. Я заказывал пятая. Издевается. Видите, ребят, жизнь — боль. Вы тратите время на то, чтобы пройти что-то, не знаю, получить, а я трачу время на то, чтобы паролить. И убиваю кучу времени, блин, на вот эту вот фигню. По сути-то никому не нужную. Потому что это усиление без... Ну, в принципе, оно играет роль. Блять, ну опять четвертое, ну что такое, рандом? Ты что, троллишь меня? Да-да-да-да-да-да. Мне кажется, по 1950 было бы проще нарулить, чем вот это по 450. Просто жесть. Так интересно наблюдать смену этих двух картинок. Блять, издевается, сука. 100%.
Где пятерка? Ну чё четверка падает? Где моя пятерка? Блин, ну пипец. Да, тысяч, не знаю, сколько уже слили. Хороший герой. 600 тысяч на роллинг. 1100 на созвездие. Хорошо, хоть чары с коробок словили. Нужные. Еще интересно, сколько на таланты уйдет. Да, в принципе, там есть свободные коробки. 20 минут, ребят, вот так вот потеряли. Как потеряли? Увидели, какой стёп от рандома. Блять, ну давай уже. 5 четверка, да что с тобой делать-то, а? И вот это ради каких-то 200 там уклонения, я, блин... Оу, наконец-то. Жесть просто. Теперь закрывайте глазки. Так, точность, вот отлично. Самое главное, что нет крита. Хочу посмотреть, какой шанс прохождения крита будет. Так, окей. Вот такая вот, ребята, у нас сборочка. Крит удара у нас, кстати, нет. У нас есть фракции. Теперь идем, смотрим, поехали сейчас. Я ее поставлю мелкую, сейчас на кого-то мелкого нападу. Я не буду пока ее трогать, прокачивать. И тестировать, напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Будем, не будем тестить с такой сборочкой, качать, не качать. Так, идем, посмотрим. Хочу кого-то нуба. Так, ну тут, наверное, по-любому есть стрелок. Так, ну, крита я пока... А, я его сейчас и не увижу, но да. Сейчас мы уберем всех с таблеток. Ну, как видите, урона даже на такой эволюции сейчас хватает с головой. Так. Сейчас у нас силушка вырастет. Вот так вот, ребята, сразу плюс 1000. 1100. Так, окей. Давайте вот так докачаем. Немножко. Немножко это в смысле. Вот так вот. Так, окей. Вот такая вот у нас сейчас сборочка на ней, 200-й. Ну, что-то такое. 502, 307 уже. Так, и что я хочу? Что я вообще хотел? Поставить эмблему. Ой, я даже здесь не прокачал. Вот я, ну, 95-й только. Так, снаряга есть. Руны. Это у меня 6-е было, ладно, поставлю 5-ку. Топ 10 тысяч атака. Ничего себе, топ 10 тысяч с эволюциями. Сейчас нас ушатают. Интересно посмотреть, будет ли у нас проходить от фракции крит. Интересно, когда она зарядится еще. Ну, смотрите, по урону, блин. Конечно, круто смотрится. Смотрите, что у нас разбросом делает. Она просто их унижает всех.
Это жесть. Ребят, вот это жесть. Первая эволюция. Я не посмотрел, там есть криты, нету, но это просто... Это просто жесть, что она делает. Так, ну тут мы сейчас сольемся, конечно же, она сейчас тут сольют. Но с уклонением, посмотрите, что она стоит. Вообще огонь. Давай, а ну-ка давай еще огнекрыло ушатай. Нет, тут она, конечно, без вариков, там стрелок бьет. Обидно. Было бы по приколу. Так. Давайте все-таки топ. Хочу посмотреть именно. Блин, а почему не ставите Берс? Посмотрите, что она с ними делает. Да, вот она критует, то есть и критует довольно-таки неплохо. Возможно, ей даже не надо тут крит вкачивать, уклонение. Первая эволюция ушатала, блин. Просто на изи. Что вы скажете по этому поводу? Разве герой не имба? Просто жесть. Давай, Харвуд, иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй, ее заблочили. Да пофиг, смотрите, что она делает. Да до свидания, там все до свидания однозначно. Как мне это нравится. Может, действительно прокачать ей 8-8 такой талантик. На PvP локации, думаю, будет просто огонь, особенно там, где можно вытаскивать героев. Любой герой, смотрите, что делает. Просто жесть. Ну, такое, в принципе. Интересно, интересно, интересно. С уклонением на нее смотреть. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, что думаете. А я уже ее сейчас докачаю до следующей эволюции. Все, подписывайтесь на канал. Ссылочка на огнекрыло в описании. Будем скоро разыгрывать. Всем удачи, всем пока.